либо мы строим отношения, либо зарабатываем деньги. К сожалению, это действительно так. Почему выбор? Дело в том, что за деньги и за отношения отвечают приблизительно одни и те же энергии. И по факту отношения это тоже в некотором роде, вернее, как деньги это тоже в некотором роде отношения. Отношение, опять же, к себе, да, то есть если так прям в большом, в глобальном смысле говорить, то что защита, что деньги, что там, допустим, любовь, это все отношения. Вот, поэтому, когда встает ситуация именно работы с деньгами, то очень важно понимать, что либо вы деньги прорабатываете, либо отношения. Чаще всего выравнивается и то, и то. Вопрос, на чем вы фокусируетесь.